приветствую всех подписчиков, всех новых подписчиков, зрителей канала, любителей спортивной одежды и обуви. Существует огромное количество рюкзаков бренда Nike с различными модификациями и расцветками. Сегодня рассмотрим рюкзак из коллекции Utility бренда Nike, Nike Ultimatum Utility. Рюкзак выполнен из высококачественного и износостойкого полиэстера с водоотталкивающей пропиткой, что отлично защищает содержимое рюкзака от дождя и влаги. Внутренняя часть отделана плотным текстилем. Основное отделение очень вместительное, закрывается на молнию и вмещает в себя пару кроссовок вместе с коробкой. Также отделение имеет три отсека для телефона, ручек и других мелочей. Отдельный карман, расположенный на внутренней части, предназначен для небольшого ноутбука, планшета или документов формата А4. Спереди есть еще одно отделение с вентиляцией, которое также закрывается на молнии. Свуши Nike расположены с обоих сторон рюкзака. По бокам рюкзака расположены открытые карманы, которые не скапливают воду во время дождя, так как низ отделан текстильной сеткой. Боковые карманы предназначены для вещей, которые должны быть всегда под рукой, например, бутылка с водой или любой другой напиток с емкостью пол-литра. Вверху рюкзака небольшой карман для очков или документов, также на молнии. На рюкзаке есть мягкая ручка для ношения в руке. Спинка рюкзака эргономичная, уплотненная мягкими вставками. Удобные уплотненные плечевые лямки регулируются по длине. Также на лямках есть фиксатор-карабин в районе грудной клетки, предназначенный для разгрузки спины. Объем рюкзака 34 литра. Носить рекомендую в любую погоду, даже зимой. Цена 6 тысяч. Качественный, удобный, всепогодный и очень вместительный рюкзак, который можно взять с собой на прогулку в город или на природу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока.